Доброго времени суток, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой личный видеоблог в YouTube и персональное спасибо тем, кто является его подписчиками. Если вы не подписались, рекомендую сделать это прямо сейчас. Я живу и работаю в Израиле. И Израиль это маленькая страна, страна, которая заинтересована в том, чтобы в нее репатриировалось максимально большее количество людей, имеющих на то право. То есть людей с еврейскими корнями. Ведь это же наши теплые контакты. И Израиль нашел способ развиваться именно по системе, в том числе сетевого маркетинга. Обратите внимание на объявление от компании, которая управляется государственными структурами. Самое главное, обратите внимание, что это объявление исполнено в форме записной книжки. То есть той записной книжки, которые когда-то были практически у каждого из нас. Ведь у нас не было сотовых телефонов. И все свои координаты, все свои данные, все телефоны, всех знакомых, все родни, всех друзей мы записывали в таких записных книжках. И вот, 10 незабываемых дней в Израиле. Помните, на бывшей родине у вас было очень много связей. Друзья, знакомые, коллеги. Обратите внимание, нам предлагает Израиль работать со списком своих контактов. Их координаты вы бережно хранили в своей записной книжке. Это то же самое, что каждый лидер говорит, когда рекомендует своим партнерам, своим дистрибьюторам, своей первой линии при организации списка контактов. Да-да, вы можете пригласить детей и внуков ваших знакомых из стран СНГ в удивительное путешествие по Израилю. 10 незабываемых дней, в течение которых они познакомятся с самыми интересными местами и достопримечательностями нашей страны. То есть, смотрите, компания, израильская компания, государственная компания объявила так называемый промоушен. Подарок от образовательного проекта «Тагли» для ваших знакомых на бывшей родине. Требования к участникам, возраст. Нужна молодежь, стране нужна молодая кровь, ну и тот, кто имеет право на репатриацию, это еврейские корни. Зачем этот промоушен? Они сами не знают, что это промоушен, но это на самом деле промоушен. Зачем такой промоушен нужен? Потому что Израилю нужна большая первая линия. Если будет большая первая линия, значит страна будет сильнее. И кому необходимо обращаться и куда? Значит, нам, имеющим еврейские корни, Израиль предлагает открыть свои записные книжки, вспомнить тех, кто находится в этом списке из тех, кто принадлежит и соответствует этим критериям, и пригласить их. Что значит пригласить? Речь идет о подарке. То есть приедут люди, имеющие еврейские корни, это промоушен, они увидят, насколько прекрасная жизнь в нашей стране и, вероятно, захотят, что сделать? Здесь остаться. То есть промоушен, на основании которого мы увеличиваем первую линию, а увеличиваем мы первую линию путем знакомства с нами. Ведь это может быть место большой страны Израиль, одна небольшая компания. И этот промоушен заключается в том, чтобы познакомить людей с нашей компанией, возможно, им захочется в этой компании остаться. Страна работает по принципу сетевого маркетинга. Это ли не вау? Оставьте нам свои данные, и мы свяжемся с вами. Это верхнее, то есть мы получаем еще и данные каждого из тех, кто готов с нами работать. И вы хотите порекомендовать поездку родным или близким. И тут же просят от вас контакты, то есть ваши, что ни на есть, теплые контакты. Молодец, Израиль! Прекрасная страна, которая учит нас очень правильно и очень умно развивать свою первую линию. Все, что нужно делать, это помните, на бывшей родине у вас было очень много связей, друзей, знакомых, коллеги. Друзья, вспоминайте и вы своих друзей, знакомых, коллег. Вы их координаты бережно хранили в своей записной книжке. Доставайте эту записную книжку, выписывайте эти контакты, приглашайте их познакомиться со своими компаниями и, возможно,
им захочется пополнить вашу первую линию, встать рядом плечом к плечу и стать звеньями одной цепи, участниками одной команды. Всем пока! С вами был Таль Шахар. Если вам понравилось это видео, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь со своими друзьями.